Майстер-клас от кумиров. Гульцы футбольного клуба «Гомель» Иван Жосткин и Олег Ковалев провели тренировку разом с навученцами 12-й гомельской школы. Сёлета у навучальной установе з'явился спортивный класс. У им вучатся у темлику юные футболисты. Олег Ковалев делится своим майстерством с будущими голкиперами. Иван Жосткин працует с полевыми гульцами. Технику отпрацовывают на практике. Важная частка подобных встреч – гуторки. Питания у ребят до футболистов стало немало, есть и пожаданні. Расскажи, что бы ты пожелал футбольному клубу «Гомель» в следующем сезоне? Выиграть весь сезон. Головное у таких встречах – ведомо эмоции, а их у обоих боков было немало. Очень мотивирует, приятно, когда дети подходят, желают, говорят, выиграйте уже наконец-то чемпионат. Это, конечно, поднимает и настроение, и придает каких-то дополнительных сил.